В мире нарастает миграционный кризис. Так, работа пропускных пунктов на американо-мексиканской границе практически полностью остановилась. В Коста-Рике число иностранцев в несколько раз превысило местное население. А полиция Германии пытается справиться с притоком нелегалов с помощью масштабных рейдов. Подробнее в нашем международном обзоре. На американо-мексиканской границе образовалась гигантская пробка из грузовиков и поездов. Власти США временно закрыли пропускные пункты на фоне большого наплыва мигрантов. Так, на мексиканской стороне у въезда в Техас застряли около 8 тысяч трейлеров. В их салонах товары общей стоимостью примерно 1 миллиард долларов. Задержки в поставках вынуждают крупные компании останавливать рабочий процесс. Администрация Байдена не может справиться с миграционным кризисом. На пограничных пунктах созданы центры оформления и обработки данных приезжающих. Однако, по мнению экспертов, они работают с перебоями из-за огромного количества заявок. Власти Коста-Рики объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. Они прибывают в латиноамериканскую страну через границу с Панамой в надежде попасть в Соединенные Штаты. Только в этом месяце до приграничного города Пасо-Каноас добрались свыше 60 тысяч человек. Это число в 3 раза превышает местное население. По словам президента Коста-Рики, большинство мигрантов приезжают из Венесуэлы, Эквадора, Колумбии, Гаити, Йемена и Бангладеш. Коста-Рика – одна из стран, где по инициативе президента США – Джо Байдена работают специальные центры, позволяющие мигрантам легально пересекать границы США. Полиция Германии арестовала 5 предполагаемых контрабандистов. Их обвиняют в незаконной перевозке иностранцев в коммерческих целях, отмывании денег и подделке документов. По данным следствия, за доставку людей в ФРГ они просили от 3 до 7 тысяч евро. Подозреваемых поймали в результате рейдов, которые прошли в 7 городах. По данным полиции, все 5 задержанных – сирийцы, находящиеся в Германии в статусе просителей политического убежища. По данным следствия, с прошлого года они нелегально перевезли в страну больше 100 сирийских мигрантов.